Добрый день мы из Украины, рад вас приветствовать на нашем канале про пчеловодство Пашка 1. Меня зовут Пашка, и сегодняшняя тема видео такая интересная. Сегодня хочу пообщаться с вами на тему э -э, покупки пакета у пчелиных семей, что лучше, как развивается, как с этим всем работать. И какие результаты можно получать? Вообще, смотрите, ребята, чтобы вы понимали, разница между пчелиным пакетом и пчелиной семьей ну, не сильно значительная, но есть такая. Первое, нам нужна матка, я так и ставлю матка плюс. И второе это ящик, в который должно помещаться одна медово-перговая, иногда, скажем так, рамка медово-перговая, да, и плюс три рамки печатного э, расплода иногда э, расплода на выходе но здесь очень важно понять что зависит определенно от от ситуации но в основном э, доля расплода в основном должна быть максимальное количество печатного расплода должно быть в таких пакетах вот имеется в виду если вы покупаете вот только печатный расплод это супер ну бывает такое что мы не можем попасть вот бывает такое что ну, про ну, не попадаешь. И бывает, что печатного расплода чуть меньше, и эффект уже от самого пакета чуть хуже. В эквиваленте должно получаться 2,5 рамки печатного расплода. Это такие очень много. Пчелиная семья чем отличается? Пчелиная семья отличается, если мы ее покупаем, это, это получается 4 рамки расплода и плюс 4 рамки медово-пергова сушнина с пчелой. Грубо говоря, скажем, это 8 рамок. А, в основном, я бы, я сказал бы так, в основном, когда покупаются пчелиные семьи, человек приезжает весной и полностью забирает пчелиную семью. Вот какую-то, да. Это может быть и 10 рамок, и 8 рамок может быть чуть меньше, и уже индивидуально договариваемся. Если формируется пчелиная семья, ну, например, у меня было такое, что человек просит, и мы формировали пчельную семью, я формировал по такому принципу. В основном 4 рамки не всегда получается собрать, и то получается нужно делать такое, знаете, что-то такое сборное пчелы это достаточно, но расплода, вот человеку нужно расплод. Здесь нужен расплод и здесь нужен расплод. Иногда я тоже прибегаю к такому методу, например, могу доставить еще одну рамку хорошего печатного расплода. Если мы что-то кому-то продаем, человек приезжает и в пчелиной семье нету этого расплода. Открытый есть, а закрытого нет. В любом случае, закрытый расплод является в приоритете. Какие требования? Матка. Ребята, здесь играет первые роли, первую скрипку лишь одно. Матка. Матка должна быть качественная. Матка должна быть не роевая, не свыщевая. Тихую смену вам никто не продаст. Матка должна быть искусственного вывода. Можно сказать, переносом личинки. Не каждый может этим похвастаться. В основном, такой, такой мути могут продавать, Но в основном, такая матка на вес золота. Она Дает, она она свое как бы окупает, да, если так говорить. Ни в коем случае матка не должна быть двухгодичная или трехгодичная. В основном, критерий. Я бы на сегодняшний день говорил, что матка должна быть лишь прошлогодняя. Это важно. Почему это важно, ребята? Да, все просто. Такие матки они не сработаны на, при, на прошлосезонных медосборах, и они вам будут давать максимум пик работы. Ну, человек, с одной стороны, покупает пчелиный пакет для того, чтобы он работал в этом году, а по возможности и в следующем, а еще лучше еще через год. Имеется в виду, что фишка сводится к чему? Что матка в этом всем всегда будет играть первую скрипку. Всегда. Как и в обычной пчелиной семье. Так, разница между пакетом и пчелиной семьей. Вообще, если разбираться, то для покупки пакета и пчелиной семьи, ну, здесь... Знаете, двоякое у меня ощущение, потому что это хорошо, это еще лучше. Давайте разберем пакет, потом разберем пчелиную семью. Пчелиный пакет. Как должен формироваться пчелиный пакет после покупки? Оптимальный вариант. Если мы купили такой пакет, то как минимум нужно сразу им доставлять вощину как минимум и кормушку желательно вощина кормушка это выглядит так мы берем корпусные ули и погнали да например медово-перговая а иногда бывает такое что я сюда лучше крайний крайний ставим вощину потом идет медово-перговая потом идет вощина потом идет например расплодная, потом идет сушнина, потом идет вощина, потом расплодная. Там уже насчитали, сколько мы насчитали. Так, вощина, вощина, перговая медо. Так, расплодная, перговая. Тут еще, например, можно поставить вощину, еще сушнину. Это у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы их закомплектировали один пчелиный пакет здесь важно понять, опять же, будет такой вопрос, а как же так, это же невозможно. Ребята, первое, когда мы начинаем расширять пчелиную семью, пчелиный, точнее, пакет, первое, что нужно посмотреть на прогноз погоды. Ночью плюс 10, днем плюс там, 16, плюс 25. 23 нарисовал, 25. Плюс, плюс. Таким образом, мы можем себе представить, что пчелиная семья не замерзнет. Дальше, Пчелиная семья утепляется, закрываются днища, прикрываются лятки. Это делается специально для того, чтобы им не было холодно. Ставится кормушка, чтобы поддержать такую пчелиную семью, если нет взятка. Если есть взяток, кормушка не ставится. Ну, например, пчелиный пакет в основном приезжает на рапс. Здесь логика работает таким образом. Три рамки расплода или две с половиной, как я подсчитываю, это более точно. Это должно получиться 10 рамок пчелы. Я считаю, что одна рамка расплода это 4 рамки пчелы. Сейчас будет возражение, Не многие люди будут говорить, что многие пчеловоды считают, что если мы возьмем одну пчелиную рамку расплода, это получится две рамки пчелы. Ребята, если отталкиваться от этой логики, я даже не могу себе подсчитать, почему так. При теплой температуре плюс 16, плюс 25 градусов, это больше, при холодной температуре будет меньше. Ну, три рамки, но ну, ни в коем случае не две рамки. Почему? Откуда вы эту цифру взяли? Я не знаю. Может быть, отталкиваетесь от того, что у вас мало расплода на этих рамках. Я я не учитываю. Я в основном считаю, если я подсчитываю, у меня рамка печатная расплода, это, грубо говоря, от бруска до бруска. Так, хрестиком мы рисуем, это полностью запечатанная рамка. Если мы посчитаем количество пчелы, которая выходит с этой рамки, и с точки зрения даже возьмем обычную сущнину, которая просто без расплода, без ничего, какое количество находится там пчел, то получится в районе 4 рамок. 3-4 рамки, это факт. Таким образом, я подбиваю, что в любом случае, в ближайшее время, у вас должно быть 10 рамок пчелы, которые обсядут это все и, в принципе, отстроят эту вощину. Очень важно ставить вот именно вощину. Почему? Потому что у вас выходит молодая пчела, которая заточена для того, чтобы оттягивать вощину, строить вощину. Сейчас кто-то скажет... Не надо ставить вощину, потому что они мед едят. Боже мой, ребята, дятел садится вам на голову и дырку хрен пробьет. Извините, насколько нужно быть железобетонным, чтобы этого тоже не понимать. Пчелы, которые выходят, у них инстинкт отстраивать свое гнездо. Не будет стоять вощины, будут строить ее везде. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, сущину вот застроят все этими языками. Не надо этого. Зачем пчеловоду терять это? И вообще... Такая логика от этого никому легче не станет. То получается, в ближайших две недели такая пчелиная семья отстроит. Должна отстроить все в нижнем корпусе и ее можно уже готовить к главному какому-то взятку. Например, какая-то акация. Ставится наверх то ли магазин, то ли корпус на... Получение меда с сушниной. Если такого нету, проводится такая процедура, про которую я всегда говорю. Ставится э, корпус, наверх поднимается расплод плюс э, какая-то сушнинка, вощинка, на низ ставится э, вощина плюс матка. Все. Таким образом, мы доходим. Это в пределах, если мы в первых числах мая купили пакет. То где-то уже в 20-х числах мая мы плюс-минус должны проводить такую процедуру с учетом того, что у вас теплая погода. Если погода более холодная, улья, с какими-то дырками, сетками и тому подобное, все нужно пересматривать. Все это индивидуально. Я лишь дал определенный маяк, по которому вы можете смотреть. Что еще немаловажно, учитывайте, что когда вы. У вас, например, выйдет плюс-минус 10 рамок пчелы, учитывайте, что в пакете что тоже было пчела, это тоже плюс 3-4 рамки. Это получается плюс-минус должно быть сразу же в ближайшее время 14 рамок пчелы. Учитывайте, что матка будет отсевать, что матка будет работать и таким образом вы получаете более-менее мощную пчелиную семью я консультировал некоторых пчеловодов начинающих которые создавали свои пасеки я рекомендовал когда если у вас нету акации то получается в это время мы не делаем расширение по такому принципу а мы делаем три отводка если есть возможность это ну тоже такая махинация делается а потом, когда отработали, мы смотрим, что лучше, объединяем и получаем опять же шмет. Усиливаем этот пчелиный пакет. Это уже работа на подсону Тоже так, если кому интересно, можете себе рассмотреть тоже такой вариант. Не буду на этом останавливаться, но тоже возможно. Просто в каком-то плане, смотрите, в каком-то плане нет смысла. Нету смысла держать пчелиную семью в объеме, если есть возможность ее даже поделить. Ну, ну, на двое разделить. Вот, вот знаете, вот вся, вся суть сводится к чему. А я липы хочу взять, а я акации хочу взять, а я, а я того, а я садов, а научи, а научи. Когда ко мне звонят иногда люди, первый мой вопрос задаю. А у вас есть речка? Вот вопрос мой. А человек в недоумении задает вопрос мне. А зачем тебе речка? Пчелы же с воды мед не носят. А я ему говорю: если есть речка, значит есть верба, ива. Если есть Ива, то есть ранний взяток. Он говорит, ну логично. Если есть ранний взяток, значит твои пчелы, ну ты же, ты же как... Я, я прямо бывает говорю, вы же лодари не хотите их там кормить, ничего делать. Ну Прямо говорю, вы не думайте, что я только в монитору так могу рассказывать. Вы же говорю, лодари не хотите с ними работать, там лишнего рамки меда не хотите, им дальше мы не развивались. Ну говорит, да. То получается, твоя пчелиная семья и твоя пасека развивается немножко быстрее. Да, о, молодец, а если нету этого, значит не развивается. Вот имеется в виду, с одним говорю, что есть речка, есть Ива, значит они развиваются. С другим говорю, нету речки, они не развиваются. Да? Старт в развитии идет по-разному. Но суть сводится к чему? Что и один, у кого есть эта Ива, хочет мед Ивовый, и второй тоже хочет мед Ивовый. То же самое дальше. Если пчелиная семья не нарастилась а на сады, и погоды нету, она сады не соберет. Если у вас нету акации, она акации не соберет. И получается вот этот замкнутый круг, когда пчеловод начинает рассказывать, а я того хочу, я того Просто реально оценивайте обстановку. Если, если посчитать где-то, наверное, 80% наших пасек, они просто реально в виртуале летают. Я, я честно говорю, я не понимаю, зачем, например, тот же пакет, который вы купили, содержать, вот, например, заканчивается, да, вот закончилось, вот э, мы нарастили, вот, например, давайте так, рапс, вот был у нас рапс, мы собрали чуть-чуть рапса, откачали и... И, и все и дальше нету ничего мы никуда не едем акации у нас нету липы у нас нет у нас только есть подсолнух. задается вопрос зачем держать эту пчелиную семью в, в, в большом объеме если мы можем отделить например сделать отводок на матку ну, там это, здесь уж, здесь особо на скорость не влияет как вы лучше сделаете здесь подсадить например еще какую-то матку ну, в общих чертах и на главный взяток нарастить больше пчелы. Нет, так не по фэншую, потому что там где-то растет одна, одно дерево липы, и я хочу липового меда. Блин, как оно уже, ну честно говоря, оно уже так уже надоело. Ну, хочешь липового меда, поднимай жопу, бери эти улья, ли, едь в липовый лес. Сто процентов принесут меда. Кстати, в липовый лес попробуй еще добейся, потому что там же еще таких, как ты, очень много. Ну, не ты, а множество людей. Вот у нас есть... Немиров, там и Как оно говорится, катерины налыпа роста. Там какая-то посадка есть, или какой-то лес. Ну там, короче говоря, что туда все приезжают, и туда так просто не приедешь. Да, то же самое поедешь в Канев на акацию. Тоже ж так все просто. Ну, приехать. Ну так знаете, так просто сказать, что я поехал, я сбросил. Нет. Все нужно тоже пробивать, нужно искать. То же самое здесь хочешь, хочешь липы в липовый лес, Хоть, ну хотя бы в лес вывези, посчитай, бывает такое, что мы можем увидеть, сколько лип растет в лесу, посчитай, насчитай 100 деревьев липы, липы в лесу и можешь туда ехать, это уже <coughs> каких-то 300 килограмм и принесут. Но этого у нас не происходит, люди у нас всегда пытаются, вот, вот ну не хочу я и все. Так, с пчелиной семьей, ребята, с пчелиной семьей, конечно же, интересней, потому что вы вот купили этих 8 рамок, 8 рамок пчелы, 4 рамки расплода, вы приехали и вы уже, получается, можете или сделать, как я вам показывал, сразу же это получается, вы подняли расплод на низ, на низ, э, вощина плюс сущнина плюс матка, это уже сразу пустили, и пчелиная семья, по факту, может уже как бы включаться в работу да, вы можете попробовать так, сяк, поднять, поделить. Можно сразу же, если есть, но это все, это уже тоже для, больше для профессионалов, поделить эту пчелиную семью, на, например, на две пчелиных семьи. Сразу же, да, покупаешь матку, а, куп, покупаешь, смотрите как, покупаешь качественную пчелиную семью, сразу же покупаешь матку, сразу же делишь ее на два, и у тебя уже до какого-то подсолнуха две пчелиных семьи, да, как бы, ну, логично так. Можно поделить, если вам нужно количество и получится даже дешевле, чем покупать пакет. Но опять же, как вам будет удобнее, как вам будет легче, все это настолько запутано. Много пчеловодов отталкивается от такой логики, что ну как, многие не дорабатывают, но им не интересно. Но и пчеловоды хотят просто получать мед. Ну вот. А, ну, ну, много разных манипуляций, много разной работы, много разной подготовки. Получится, не получится, выстрелит, не выстрелит. Ой, погода, холодно, жарко. Сколько расплода, мало, много. Какая матка. И это все влияет. Бывает такое, что пчеловоды покупают пакет, пакет. И нарадоваться не могут. Хороший. А бывает покупают пакеты полные. Это хороший, хороший, это хе. Во. И все это индивидуально. И еще не забывайте, что много зависит от самого пчеловода. Как он сделает, как он увидит, как он проведет. Здесь зависит от пасеки, с которой купили пакет. Какая матка. Потому что бывает такое, что недобросовестные пакетчики собирают эти... Плохая матка, плохая матка, и в пакет собирают расплод с других семей, плюс плохая матка. Оно тебе привезли его, тебе э, расплод вышел, подержал немного и пчелиная семя просела. и дальше не развивается. Такое тоже бывает, чтобы вы понимали. Пакет должен развиваться просто по таких темпах. Я вам просто покажу. Если у вас более-менее средняя медовая база, пакет должен развиваться по такому принципу. Он выходит на пчелиную семью сильную, а потом уже садится. Если ваш пакет по каких-то причинах развивается вот так, и там люди говорят, что этот пакет только на следующий год будет хорошей пчелиной семьей, посылайте всех в одно место и даже про такие пакеты даже забудьте. Ни в коем случае такие пакеты вы не должны покупать. это, это просто такая манипуляция. Мне нравится, да, когда говорят, на следующий год будет хорошая пчелиная семья. Ребята, я делаю однорамочный отводок э, в 20 числах мая. И получается, что на следующий год это будет хорошая пчелиная семья. Однорамочный отводок. Но ни в коем случае не пакет, который мы покупаем 4 рамки расплода. Точнее 3 рамки расплода плюс хорошая матка, которая в разогреве. Это ж не то, что мы покупаем матку, нужно ее подсаживать. Нет это хорошая матка, и это объем пчелы, который сразу взрывается и который развивается. Но ни в коем случае, как кто вот говорит, на следующий год у тебя будет хорошая общинная семья. О чем мы говорим, боже мой? Ни в коем случае на такую фигню не ведитесь. Вот такая, друзья, ситуация. Здесь, в принципе, я думаю, что особо нету разницы, какие пчелы. А самое главное, принцип не меняется. Хорошая матка, прошлогодняя, не выработанная на медосборах. Не раевая, не свищевая. Желательно только при носом личинки. Ну, конечно же, поприк... чтобы она была с хорошим засевом. Все это, это, это... Короче, это 90% успеха. Р -р -р расплод и все остальное это лишь поддержка для этой матки, которая выстрелит. Если этого не будет плохая матка. Что ты туда не засунь? Ты хоть туда засунь 10 рамок расплода. Этот расплод выйдет, поживет немножко эта пчела, потом она вся отойдет и все. И матка больше просто не сможет поддерживать. Ну ладно, вот такое в двух словах. Про пакеты будут сейчас спрашивать, продаю ли я пакет. Ну, в каком-то плане мы что-то продаем, но не в больших количествах. И цена у нас немножко кусается. Так что вот такая, друзья, ситуация. Ладно, все, будем на этом прощаться. Всем всего наилучшего. Всем пока.